Прием-прием, друзья, на связи Шедимен. Добро пожаловать в новый видеоролик. В общем, обстоятельства вообще непонятные. Я сейчас зашел в нашу деревню жителей в Майнкрафте, ну, как обычно. Но я почему-то оказался вот в этой решетке. Вы видите, что здесь происходит? Леска, короче, лежит на полу, она вообще не шевелится. Без сознания у меня никак не получается ее разбудить. И что самое кошмарное, что я успел заметить, почему-то все вокруг стало каким-то земляным. И вон там ходит, я думал, то, что это нубик. Я сначала кричал, но это не он. И потом заметил то, что там еще точно такие же нубоподобные человечки ходят. В общем, пока что какой-то кошмар. Пока нубик, видимо, не зайдет, либо леска не проснется, я вообще ничего не пойму, что здесь творится. Ломать эту решетку я боюсь, потому что, я не знаю, они накинутся на меня еще что-нибудь и... Короче, я буду пока что ждать, друзья, помогите мне, пожалуйста, пробудить леску. Просто поставьте лайк под этим роликом, и я уверен, что уже через пару минут она сейчас точно пробудится, и в комментариях пишите: «Леска, очнись!» И... Короче, да, как-то так. Я буду ждать, и, кстати, не забудьте обязательно нажать на кнопку подписаться, если ты находишься на этом канале впервые. Желаю тебе приятного просмотра. Что-то предчувствие у меня сегодня очень нехорошее. Кто-нибудь, остановите это безумие, выпустите нас отсюда. Помогите! Вы! Тихо. Не ходит на работу, а мне сейчас слышится это или что это такое? Это вы там поете? Давайте сюда подходите. Кто это? Открывайте эту решетку, мы сейчас тут зажаримся, уже тут желез... Ёперный театр. Здрасте, приехали. Нубик, ты с ума сошел? Тут, знаешь, железо как нагрелось под лавой, мы сейчас тут скипятимся все, я не могу уже стоять нормально. Привет, теперь я стал королем этой деревни. В смысле? Как это так? Не поняла. Так, король, кверху пятой, давай открывай эту решетку, давай ломай все это, выпускай нас отсюда, слышишь? О, спасибо, наконец-то. Господи. Нубик, что за тихо, 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 леска, аккуратно. Ты сможешь перепрыгнуть эту лаву? Да, о, воду быстрее, у меня я просто кипячусь, ведь у меня просто все уже раскалилось. Опа! Полностью. О, наконец-то. Шеди, наконец-то. Слушай, что, что, а что, что? Что с домом? А что с амбаром? Леска, я не знаю, Нубик, что тут происходит, рассказывай. Я ты что сделал? Что произошло? Я теперь стал королем деревни, теперь все сделано под мой стиль. Какой стиль у тебя? Капец. Земля у меня из золота. Земля а и золото, грядки? Тут одна земля дом, повсюду. Стены. Вот именно. Подожди, Нубик, тебе чем не устраивал наш дом, Лескин дом? Ты посмотри, во что ты превратил дом Лески, он же полностью из земли стал, это кошмар какой-то. Ты что, мой дом тоже что ли испортил, Нубик? Ты посмотри на это вообще. Я вообще-то я не испортил, это высшее искусство Нубика. Искусство. Страшный какой дом, я не хочу в таком жить теперь. Ужас. Леска, ты же знаешь, что в субботу нам приходит на работу. Ужас, Нубик, вообще ты какой-то. Ты совсем что ли одурел, я не знаю, ты что? О господи, Нубик, когда ты назад будешь все переделывать? Не нравится что ли? Нет, Нубик, конечно, я надеюсь, ты что? Слушай, я сплю. И вас я тоже неправда, справлю. Быть не может такого. Да, мы спим, это просто неправда все. Так, кошмар, это страшный правда, сон, просто ужас какой-то. Вообще, и что смотрите, там? А это кто такие? Сейчас пришло время, я вам все объясню. Ну давай, рассказывай. Теперь здесь нет грядок, пусть люди не работают, а отдыхают. В смысле, здесь а есть мороженка. Есть мы мороженое будем только. Кошмар. Чтобы люди это не ужас работали. Какой-то, реально. Здесь у нас только нубасы и площадки вместо этих грядок. Смотрите, стоят, танцуют. Погоди, а ты куда всех жителей-то дел? Реально, где жители-то? Жители. Куда ты их дел? Отправил, что ли? Нубик, не пугай, я. Ты что сделал? Он их продал, что ли, куда-то? Нубик, ты что? Что? Ты куда-то в темницу их посадил? Не продал я никого, поменял я их, нубасами сделал. Какой же кошмар. Смотрите, это детская площадка, здесь разные игрушки, может кто угодно взять и слушай, поиграть. А не слишком много всяких тут развлечений на один квадратный мороженое. Метр? Тут прям много всего. Слушай. Очень. Ну и что, это же круто, пусть веселятся и не работают. Как здесь что? И тут мороженое. Здесь у нас опять площадка и мороженое какого-то. Так, ну мороженое, окей, это, допустим, какой-то небольшой плюс, но как бы... Да, здесь еще есть песочница такая вот, здесь строят все и что-то создают. Обалденно. Капец, а нубас это по всей деревне. А тут раньше морковка росла вообще-то. Нубик, ты знаешь, что с тобой будет, если ты будешь месяц и здесь, Леска, посмотри, он тут площадки тоже понаделал. Да, тут у нас это шарик есть, можно на турниках полазить, физкультурой позаниматься, поиграть в шахматы. Очень полезно. В общем, друзья, шоколадное это полнейшая деградация. Деградация, ничего себе. Так. А еще здесь можно взять игрушки из этих сундучков. Слушай, я не знаю, у меня слов просто нет. Я очень хочу вернуть назад нашу деревню. Вот именно, верни всех жителей, Нубик, верни все, как оно было. Верни наши дома, я не хочу. Королем, кто тебе вообще королем-то сделал? Я вообще не понять не могу.
Налоги платят еще? В смысле? Хай, какие ты налоги? Ты налоги собираешь, что ли, с этих нубасов несчастных? Налоги собирают, смотрите, покажу. Так, ну-ка. О, смотри, сундук какой. Скажу. Не скажет пароль, ха. Ой, но пароль, наверное, особо... три однерочки, да? Особо и не хотелось даже знать на самом деле. Так что нам это неинтересно вообще. Слушай, смотри, леска, слышишь, смотри. Теперь я становлюсь все богаче и богаче. Налоги-то ему золотом отдают, а строит он землей почему-то. Шеди, так это вообще схема. Там за 2 золота можно 10 стаков земли купить, а сам-то он здесь золотишко забирает и небось себе какой-то домик золотой уже построил где-нибудь. Ну-ну. Нубик, вот-вот полиция тобой заинтересована. Да-да, вот именно. Сейчас мы к капитану съездим, Нубик, слышишь, да? Ну пойдемте. Куда пойдемте? Полицию, если хочешь? Ну пойдем, ха, сам согласился, капец, конечно. Ты что, сам сдаваться будешь? Пойдем, вот сейчас я капитану позвоню. Вот этот настоящий смелый поступок. Ты где в своем джипе сядешь? Назад или вперед сядешь? Какой еще джип? В смысле, какой? Вон. У меня вообще-то новая тачка, зацените. О, подожди, Леска, какая у тебя тачка? Гараж какой-то стоит. Пердачка, наверное, какая-то. О, ничего. Леска, слышишь, да? Ты что, серьезно творишь? Он, короче, понаставил каких-то площадок, ему платят золотом, он всем из земли строит, и себе, смотри, тачку покупает, там что-то еще. Слушай, это гараж из золота, я просто... Офигеть, можно, что? Я вас в таком виде никогда не приму, быстро переодевайтесь. А во что, в смысле? А как это, а что у нас с видом-то у нас? О, погоди, Леска, тут костюм луба какой. Ё-моё, это кошмар какой-то, Леска, это ужас просто. Реально? Да, ты посмотри знаешь, на меня. Теперь вы такого же русские, Леска тоже я. Ужас просто какой-то. Капец. Я ужасная. Теперь я лысая. Это сон. Я не хочу. Ладно, быть хорошо. Лысой. Все, а едем в полицию. Стойте, стойте. Что? Возьмите биды. Вы же биды? Бодигуардеры. Чего? Биды какие-то. Кто? Кто мы? Вы защищайте бодигуард. О, кошмар, какие-то слова страшные говорят. Какой-то боди и гард какой-то. Новые друзья, наверное, какие-то. А кто это? Да тот, кто защищает. Да вообще неудобно, я ничего не вижу, как я. А, погоди, так кто защищает, телохранитель называется? Я никаких боди, гардов не знаю. Нубик, ты чё? Ну вот, а то какие-то боди, гарды придумал тоже, слова какие-то. Так, ладно, поехали. Кошмар, Нубик, ты на какую-то новую ерунду записался. Да, сумасшествие какое-то записался. Так, все, сейчас... Слушай, капитан сейчас будет в шоке, Нубик. А вы что, типа жалуетесь? Корону какую-то надел, как из одного известного кафе там выдают всем бумажные. Сейчас, короче, съездим к капитану, потом в больничку съездим, Нубик, тебе там диагноз поставят, скажут, что-то там съел не того. Так что, Нубик, ты готовься, тебе тут это, в короне недолго ходить осталось. Я знаю, какой диагноз у него. У него мания величия. Он себя видит королем. Это настоящий... Так, резко, погоди, мне это сейчас что-то не нравится уже. Это что за детский садик? А почему тут трехколесные велосипедики стоят? Слушай, ты правильно сказала, этот полицейский участок похож на какой-то детский сад настоящий. Так, дайте-ка выйду отсюда, ничего теперь не вижу. Теперь нормальные будут такие вот... Так. Подожди, Леска, если жители стали этими, то... Господи, капитан! Капитан! Людочка, капитан! Стойте! Нет! Людочка, чё там, кто? Леска! Он поставил, Людочка. Он поставил во главу этого государства себе подобных. Смотрите, это не Людочка, это Нуба Людочка. Так, ну а капитан-то, капитан-то нам есть все в порядке? Господи, это что за колбаса? Слушай, это какой-то усатый нуб. О, господи, нет, я просто сплю. Шеди, ты представляешь, что наша деревня охраняет вот такие нубы, просто жить. Я не знаю, они вообще ничего сделать не смогут. Все, удачной вам работы и до свидания. Нубик, ты что сделал? Ты что всех подменил-то вообще, капец? Так как же лучше будет защищать нас? Леска, я тогда... Так кто тебя защитит-то? У меня была вся надежда на капитана только. Слушай, я теперь не знаю, ну давай в больничку его упрячем, а то он ненормальный, пусть его там полечит. Мне кажется, уже поздно, Леска, мне кажется, даже в больнице сейчас нас встретит тоже его подобный, так скажем. Давайте посмотрим в больнице, я должен своих друзей. Я надеюсь, что он не успел это сделать, Нубик, не ври давай, не ври. Так, все, поехали, ладно, газуем, газуем. Ты у своих друзей уже в голове, у тебя какие друзья там поселились, по-моему, вот и все. Леска, вот увидишь, у меня там друзья на бы поселились. А что там уже вижу, фигня какая-то? Да, Леска, я уже вижу. Я тоже вижу. Грядки. Вы обрадовались, я как-то. Это что за ведра там на грядках? Давайте быстрее едьте, я не буду ждать. Эй! Так, пойдемте пешком машину. Сходим отсюда. Ты может машину быть. Нубик купил, вообще не умещаемся на ней. Ё-моё. А вертолет куда ты дел? Нубик, ты куда вертолет дел? Там вертолет стоял скорой помощи. Продал вертолет. Части. Какие части? Он тебе чем мешал-то вообще? Теперь пациентов как будут забирать издалека? Ой, ну я не знаю.
О, врач Нубасинов, прикольно. Да. Ты представляешь, как он лечить будет? Придешь, у тебя ухо, там в ухе шум какой-нибудь, вода откапливается. Я не знаю, как они будут лечить. А он тебе пятку лечить будет. Это ненормальный какой-то. Здравствуйте. О, господи. Эй, здравствуйте, как работа идет? Бедные доктора. Какая работа у него, смотри. Я бы лучше не хотел этого видеть вообще, абсолютно прям. Ашотики, Машотики, где вы там? О, Костоправ, смотри, тоже с молотом стоит, кстати, посмотри. Покажите, покажите, подождите. А Костоправ, ты впечатляет, слушай. Он последние кости доломает, мне кажется. Впечатляет. Да. Ашотик, конечно, не впечатляет. Нубик, а если ты, например, вот приболеешь, ты представляешь, он что мороженое будет делают есть. Такие врачи? Да, и мне кашлять. Мне поставят мороженое по рецепту Нубовского. А там что наверху? Там, опа! А я вертолет хотел проверить, и как бы не зря получается проверил-то. А что ты там нашел? Вот вертолет нашел. Ты что, совсем что ли? Это что за таракашка-то, букашка-то? Это, короче, знаешь, типа, его спросят, а вот в больнице есть вертолет, короче. Он скажет, есть. А никто же не спросит, какой вертолет. Слушай, ну так-то он не соврет, конечно, да. Да, ну это не вертолет, это хеликоптер какой-то, и Ботя с Гардом будут на нем летать. А давайте посмотрим на деревню с высока. Что здесь вообще? Нубик, а ты что на грядке там посадил? Я посадил там золото. Все развивается золото. Золотые яблоки. А сейчас вы будете у меня работать. Ужасно. В смысле? Чего? Ну Бек, так, ты давай палку не загибай, как бы, ты не забывай. Ты сам-то работаешь или нет? Грядки пахать будете. Сам будешь грядки пахать, ты что, совсем что ли? А что их пахать-то они все? Я вам так а что их пахать, если у тебя там растения не растут, у тебя там золото сразу появляется? Ты как это сделал? Так просто оно же тяжелится, я маленький нубичек миленький, а вы такие большие. Чего-то ты вообще не миленький. Ты миленький раньше был, а сейчас ты какой-то вонючка стал. Ужас смотри, какой-то. Смотри, дерется еще смотри, у меня. Яблоки золотые даже. Скажите спасибо, что я вас выпустил с этой клетки. Давайте работайте. В смысле? Ты что, совсем что ли? Давай помогай. Вы там мне отдадите. Ого, нет, не отдадим. О, я богатая. А я богатая, у меня золотые. Смотри, тут тоже золотые яблоки. Сколько их тут? Их там очень много. А, вижу вас, подождите. Дайте, я тоже соберу. Все, собрали. Что собрали-то без 51 яблоко, ё-моё. Так, смотри. Тут мучить. Золотые слитки теперь даже растут. О, это мое, это мое. А я не отдам тебе, Нубасина, я сейчас снова себе... Да, у нас уже вон сколько слитков накопилось. Вы будете... кладите лучше это в сундук для налогов. Для налогов? А мы пароли не знаем. Вы мне отдайте золото, я сам положу. Ничего себе ты, конечно. Ну ладно, ладно, отдадим, короче, ладно, так что быть. Ну ничего, такой не глупый, скажи. А что, где у тебя сундук-то для налогов? Тебя там, наверное... Слушай, смотри, сколько золота, он золото... Бери. А ему не надо, походу, золото. Ты с Аришем за золотом. А нет, смотри, забрал, забрал. Пойдем. Да. Так золото брал, свои 20. Ой, Нубик, у тебя из носа сопелька изо рта, наверное, тоже из золота потечет скоро. Смотри, поставил тут сборчик налогов. Всё, налоги я забираю себе. Давай ночью придем, взломаем сундуки его. Вы совсем что ли? А мы отлупим тебя вот так. Так, ладно, поехали, может быть, в третью что ли деревню тогда? Пошли посмотрим, как ты третью деревню изуродовал. Ой, смотрите. Чего? Чего? Яма какая. Яма какая? В твоей деревне скоро одни ямы, дома развалятся. Ты смотри, у нас скоро дорога будет не из асфальта, а из земли тоже. Ее просто дождь пойдет, размоет. Она будет из золота. Из золота? В смысле? Так ты вон в деревне дома построил из земли, хотя золото получаешь. А золото, кстати, очень дорогое. И при этом построил все из какой-то земли. Мне просто жалко это на этот раз, теперь мы используем. Ничего, мы дождемся первого дождика. Нубик только о себе, получается, думает. Леска, так у нас же дома тоже дождь пойдет, тоже разъедется все. А мы золото взломаем и построим, а Нубик пусть сидит в этой землянке своей. Землянки, да? И корона у тебя тоже, наверное, не настоящая. Там. Эй, что ты там кидаешь? А что ты себе корону из земли-то не сделал? Слушайте, а что он с пляжем, интересно, сделал? Давайте-ка на пляжик заедем тоже, посмотрим, что у нас там. Слушай, происходит. Ну, я надеюсь, что он ничего не сделал, потому что это слишком много надо всего преобразовать. Обрадуйтесь, наоборот. Ну, так у тебя фантазия есть, нет, опять всю землю. Слушай, обсерватория на месте, а там у нас особо ничего не было построено, так что там, в принципе, даже перестраивать реально? Нечего. Ну да. Так тут нубы одни, опять. Нубасы плавают, реально. Так, ну ну-ка. Ты вообще... Эй, Нубасы, всем привет, как поживаете? Слушай, эй, мне такой мир поклон? Вообще не нравится. Кто? Чего? Слышала Леска, что говорит? На поклон? На поклон? Или... А, поклон, не ладно, мне другое послышалось вообще, ну ладно. Слушай, ты знаешь, что это вообще деградация? Смотрите, вот все я на так, Нубик, что надо-то тут? Просто а что? Я сказала, давай. Смотри, здесь сундук какой-то стоит. Это что, опять?
Я же говорю, он везде свои леска. А вот когда при нас было, все было бесплатно, жители все бесплатно получали. А тут какие-то нубасы приехали, он еще с них деньги забирает золотом. Ну, вот... потому что это выгодно. Ну, вы знаете, сколько золота я получаю? Это потому что в плохие руки попала деревня. Ничего бесплатно не бывает. Деньги, смотри, все. Нубик, ты такой вообще, вот я скажу тебе просто. Капец. Не знаю. А вы что, денежки не любите? Ну мы же не забирали все денежки у наших жителей. И у всех дома были нормальные, вот именно, что самое главное это. Восстанавливали их там. Земля лучше, чем дерево. Дерево, оно зато гореть может, а земля не может. Ну земля реально не горит, это, конечно, не поспорит. Ну земля развалится. Сам ты развалишься. Не, Нубик, это серьезно. В доме, будет ползать там везде. Да, кстати, реально, всякие тараканы будут тебя ползать по дому твоему земляному. Они же в доме живут, они там свои эти строят норки. А вот то, что мы строили, там нет, там кирпич такой хороший, камень. Надежный. Так, ладно, боюсь представить, что нас сейчас ожидает в третьей деревне. Я прям очень боюсь. Не надо радио. Нубик, тут не работает радио. А тогда я буду радио. Не надо. Хорошее радио. Не надо. Так, мы подъезжаем. Хорошее радио. Леска, неужели тут все небоскребы будут из земли полностью? Радио. Шансон. Смотри, там реально вижу. Все дома стали полностью из земли. Ты же знаешь, что в субботу ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На работу. Нубик, ты резину нормально не мог поставить на машине? И вообще, вы нормально водить не можете? Ай, бедная деревня. Ты машину купил как, не убеет. Как лыжа какая-то. Как лыжа машина, понимаешь? Вот на лыжи едем сейчас на какой-то. Это... Так, ладно, понятно все. Нам всё, крышка. Всё испортил. Нам полная крышка. Мы столько строили, столько мучились, столько улучшали. И теперь мы приехали, у нас просто какой-то... Плачу. Погоди, а что там такое? Это деревня ужасов. Где очень... Нубик, а это что такое там? Золотинка. Это мой дом. Смотри, а что он не земли-то? Радио. А это что там за машины стоят, Леска? Смотри, в смысле? Где? Смотри, вертолет он разобрал на запчасти. Тачки. Ну как я смотрю? Вертолет продал и купил две тачки. Ты чё, откуда ты взял тачки-то эти? А я вам подарок принёс. Он себе дворец построил. Одно золото, нифига себе, ну это щедро прям, конечно. Жалкие подачки. Ты понимаешь, что он из каждых налогов переплавляет золото на кубик золотой? Смотри, чё! Да, реально, он себе построил. Леска! Вот это хранилище! Тут просто, я не знаю, два трона себе поставил. Для левой и правой булки отдельно. Ты зачем обобрал все деревни? Ну ты даешь, конечно, не знаю. Ладно, Нубик, мы, короче, да, обратимся в специальную инстанцию. Это все вернут, так что давай, Коронов, снимай уже свою с головы. Ты, Нубатина, выходи из дома. Настало время наше золото возвращать. Мы знаем, что там внутри находишься. А это кто? Кто? Я не знаю. Так, Нубас, давай так. Это наш шанс, Леска. Короче, Нубик. Ты врагов нажил себе уже? Давай мы разберемся с твоими врагами, а ты обещаешь, что вернешь все на место. И сделаешь, как обычно, чтобы капитан вернулся. Потому что ты видишь, где твоя полиция, они не работают. И к нам приехали верни. Сюда, вот именно. Ты видал, что ладно, ты сделал, Нубик? Ладно, хорошо, давай. Все, договорились. Пошли, Леска. Так, давай только костюмы эти снимем. Это уже что-то не смешно, короче. Хочу во большим сейчас стану и все жестко будет. Подожди, Шеди, подожди меня тоже. Фу, давай, я готова. О, смотри, ну бабской бандитизм тут разгулялся. Ты чё, Нубик, ты чё, слышишь ты? На, ну-ка на, давай, тебе на, получай. Сейчас, видишь, Нубас, все Нубасы хотят теперь захватить просто твой дворец. Фух, Нубик, вот и все, ну это мы Нубик, сейчас с тобой еще легко отделались. Так что как-то больше так. Больше нет никого? Больше, по-моему, никого нет. Ну что, Нубик, обещаешь, что все вернешь? Хорошо, обещаешь, что я так больше не буду. Ладно, смотри. Всё. Мы запомнили это. Осталось только капитана и всех остальных найти. Друзья, мы будем на этом заканчивать. Вот такая получилась серия. Как вы видите, сегодня Нубик стал настоящим королем в Майнкрафте. И вы увидели мир, в котором правят нубы. Вот как он выглядит. Ну а на связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.